Здравствуйте. Мы сейчас находимся на выставке CPM 2019. Михаил, расскажите, пожалуйста, насколько важно освещение в ритейле? Добрый день, друзья. Я занимаюсь освещением в ритейле уже много лет, и тенденции сейчас таковы, что онлайновые платформы, маркетплейсы поджимают классических ритейлеров офлайновых. И сейчас очень важно обеспечивать комфорт для покупателей в магазине. И один из элементов такого комфорта – это, безусловно, профессиональное освещение. К сожалению, большинство ритейлеров мало уделяет, особенно небольших компаний, мало уделяет этому очень важному аспекту. И, безусловно, такие магазины сильно проигрывают на фоне крупных западных компаний, федеральных, российских компаний. И вот, в общем-то, выставка CPM сейчас собирает в рамках своей аудитории очень много ритейлеров из регионов. И сегодня я буду выступать, рассказывать как раз о том, что свет – это очень важный проводник между товаром и покупателем непосредственно в самом магазине. Расскажите о типичных ошибках, там топ-3 кратко. Основная ошибка – это использование холодного освещения, потому что многие ритейлеры до сих пор считают, что этот цвет правильный, потому что он яркий. Мыслить категориями ярко или темно нельзя. Нужно мыслить как комфортно, удобно и как правильно делать свет в определенных зонах магазина, таких как примерочная, торговый зал, витрина, ну и так далее. Спасибо вам большое. Было очень интересно узнать об этом. Удачи!